Сибур арене начинается матч «Зенит» Санкт-Петербург. Локомотив Новосибирск. Это Суперлига. Чемпионат России. А сейчас гимн России. Прозвучал гимн России перед матчем Суперлиги по волейболу. «Зенит» Санкт-Петербург принимает новосибирский «Локомотив». Напомню, в прошлом году «Зенит» именно уступил «Локомотиву» из Новосибирска в матче за третье место и тем самым упустил бронзовые награды. За ним остались деревянные и медали за четвертое место. А вот и Лев Фалейко, как всегда, на позитиве, всех приветствую зрителей, подбадривает игроков. Ну что ж, это его работа, он и прекрасно занимается. А судьи главные из Ижевска и Уфы. А линейные из Санкт-Петербурга. Ну что ж, команды закончили предматчевые приветствия. И на площадке скоро появится стартовая пятерка. А вот и болельщики «Локомотива». Сегодня их не так много. Даже два купе, может, кто-то наберется. Может быть, три. Ну что ж, это предварительный этап, еще не вечер. А бронзовый финал около вагона подъезжало. Посмотрим, кого выпустит стартовую пятерку, исполняющий обязанности главного тренера, старший тренер Сережа Бузатова. А вот и составы команд. Бабкевич первый номер, но это логично. А вот и Кобзарь, Игорь, Иван Яковлев, капитан команды, Федор Воронков, Андрей Титич и Максим Космин. А вот и либеро Женя Гребенников поправился. Это приятная неожиданность. Напомню, в прошлом туре «Зенит» Санкт-Петербург в гостях в Москве обыграл обладатель второго места московской «Динамо». Причем в трех партиях с сухим счетом 3-0. Это как бы одна из неожиданностей не только прошедшего тура, но и, можно сказать, всего чемпионата. Итак, посмотрим, кто будет начинать. А начинать будет «Локомотив». Ну что ж, вот и первая партия подает «Локомотив». Подает четвертый номер у нас. Гости требуют эйс, но посмотрим, подброс, бросок. Женя Гребенников принимает передачу, а вот и первое очко, номер 13.
забивает. Это Космин. Счет 1-0. Сейчас мы примем мячик, и Кобзарь произведет свою подачу. Теперь кричать здесь будет команда напротив. То есть питерский прайд. Подброс мяча. Сильнейшая подача. Игроки отбивают и отвечают тем же самым. Счет 1-1. Ну да ладно, чем все закончится, посмотрим чуть позже. Пока счет 1-1. Зенит Локомотив. Подождем дальше.